Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях журналист и политик Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Ольга. Хотелось бы подвести итоги года, но перед этим я хочу вам предложить такую цитату, которая мне ужасно нравится. «Мы рассредоточены по всему миру, находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Это нелепо». А как вы думаете, какой президент такое мог сказать? Понятия не имею. Это президент Я Трамп. Я слышал обо всех странах. А, Трамп, ну, наверное, да, Трамп, наверное, мог. Он считает, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым жандармом. Ну, хорошо. Приятно это слышать. А кто должен быть мировым жандармом? Никто не должен быть мировым жандармом. А как вам Потому что вообще мировой жандарм никакой не нужен. Жандармы кому-то служат. Жандармы не сам по себе. Если мировой диктатор, значит, ты первый. Если ты жандарм, значит, над тобой есть какие-то начальники. А кто такие начальники, которые указывают американцам, где в какой точке земного шара они должны кого-то там арестовать, приструнить или выписать штраф за неправильную парковку? Поэтому, конечно, Трамп сказал, иными словами, мы не хотим быть на побегушках у тех, кто формирует и направляет американскую политику. Ну, интересный подход, многообещающий. Ну, а вот нужно ли, как сказать, ведущим странам мира действительно влезать, что называется, во все остальные страны, чтобы там как-то присутствовать? Ну, это политика Рузвельта, которая изоляционистская, как известно, была, и которая, несмотря на то, что в Европе в это время разгоралась война, которая и разгорелась, для американцев была крайне выгодная. Политика изоляционизма, как известно, закончилась с 1939 году. Ну, чуть попозже американцы. В войну-то вступили они только в декабре 1941 фактически, после нападения Японии. А выходить начали из изоляционистской политики чуть раньше. Но в итоге, в результате этой политики, Америка приобрела весь мир. Политика для американцев абсолютно правильная, чисто с прагматической точки зрения. Да, мы можем говорить, вы помогали Гитлеру, они на самом деле помогали Гитлеру, финансировали, но это просто бизнес, ничего личного. Вы помогали тем, всем, пятым, десятым, вы разжигали войну, вы могли с Японией повести себя по-другому в этих стальных разного рода, там эмбарго, и тогда бы не было этой войны на Тихом океане. Но американцы-то выиграли. Значит, политика для Америки наиболее перспективная. Брать на себя ответственность за весь мир, как они начали после в 40-е, 50-е годы, хотя фактически с Корейской войны. С Корейской войны, Вьетнам и все такое. Если Америка отказывается от этой политики, то это может означать два момента. Первый момент – возможный сценарий, что на самом деле они видят, что в мире разворачивается такое противостояние, по отношению к которому лучше запереться на американском континенте и подождать, пока эти там европейцы, азиаты или кто там еще друг другу начнут глотки грызть, а потом явиться, как они уже два раза являлись в 1917 году, вторгаясь в Европу во время Первой мировой войны, значит, и в 1941 году, и в 1944. Или дела внутри США настолько плохи, что сосредоточиться на внутренней политике. Но я не думаю, что дела внутри США настолько плохи. Поэтому мой сценарий – это первый сценарий. В мире мир стоит на пороге очень серьезных событий, потому что складываются разные группы капитала, между которыми есть непримиримый конфликт, которые имеют политическую привязку к разным блоковым, значит, таким структурам, которые обладают серьезным достаточно вооружением. В мире существует этническая, религиозная, расовая, политическая нетерпимость в достаточно серьезных масштабах. И американцы просто не хотят в этом участвовать. Вот почему они выводят войска, допустим, из Сирии? Не потому, что они победили ИГИЛ. ИГИЛ невозможно победить, запрещенную террористическую организацию. Можно взять там Мосул, там еще что-нибудь такое, Ракку. Но десятки тысяч сторонников просто разойдутся, а потом сойдутся опять. Они выводят, потому что, очевидно, на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война. Допустим, Израиль может воевать, допустим, с Хизбаллой или с Ираном. А Хизбалла будет бить не только по Израилю в ответ, но и, допустим, атаковали бы вот этих американских 2500 или там 3000 военнослужащих. Они их выводят
как некий такой пазл, как некую прокладку, которая препятствовала разворачиванию глобального регионального конфликта. Потому что напрямую воевать с американцами никому не охота. Ни российским войскам, которые там находятся, ни иранцам, ни Хизбалле, ни всем остальным. Поэтому я думаю, что это в преддверии серьезных событий, возможных. Я не утверждаю, что они будут. Ну, Трамп иногда делает удивительные заявления, которые потом никому Трамп не приводят. Трамп невероятно рациональный человек. Не делайте из него клоуна. Он бизнесмен, который в бизнесе делал очень серьезные, очень правильные инвестиции. Поднимался из кризисов, в которые он падал, бывало. И он человек, который всегда принимает очень рациональные решение и умеет разговаривать и договариваться с людьми. Это его личное качество. Плюс к этому он обладает огромным обаянием для очень большого количества американцев. Мы не надо судить об отношении Америки к Трампу по Huffington Post или там, понимаете, по CNN, допустим. Или вот по этим массовым демонстрациям. Да, или по этим демонстрациям, потому что есть гораздо больше демонстрации дома, которые, собственно, вот определяются голосованием тех, кто считает, что он воплощение американского духа. Максим, и у меня возник этот вопрос, и вот у Игоря из Вологодской области. США уходят из Сирии, а за что там уцепилась Россия? Может быть, вот этот подход и Россия... Если Россия уйдет с Ближнего Востока, то Россия тогда может закрывать все свои нефтяные... Собственно, Путин уже это делает, предлагая всем на газ перейти. Потому что очевидно, что все эти газовые и нефтяные... По крайней мере, нефтяные... инвестиции и всякие попытки участвовать там, в играх с ОПЕК, с нефтяным мировым лобби, для России без присутствия на Ближнем Востоке достаточно провальны. А это присутствие достаточно эфемерно. Группировка-то небольшая, будем откровенны. Угу. И, в принципе, она там фиксирует военно-политическое присутствие в важнейшем нефтяном мировом регионе. Но то есть это все равно бизнес. Ну, дело в том, что суть этой власти путинской – это бизнес. Все, и все идеологические формулы, которые вы слышите, это просто оправдание наличия денег, захвата денег или желания эти деньги захватить. И, как говорится, ведь он же обозначил цель. Цель нашей русской истории современной – стать пятой экономикой мира, вслед за Медведевым это повторив. То есть там нет цели, там, я не знаю, там стать там десятым уделом Божьей Матери, или там спасти человечество, или царство Божие на земле. Ну, вот у Советского Союза была такая идея. Вот американцы несут демократию всему миру. Евросоюз говорит, мы, значит, вот Соединенные Штаты Европы, значит, такой либеральный центр, где все люди всех там рас, народов и так далее, будут жить в едином таком социально-либеральном пространстве. То есть за свободу. А там индусы говорят, что это вот идеальное кастовое общество, Бхарата Джанта партии, там и так далее. Там в Иране, значит, исламская революция. Там, я не знаю, где-то в Израиле там еврейское государство. А здесь пятая экономика мира. Чистая экономическая цель ставится для огромной страны, которая наследует Российской империи, Советскому Союзу, которая понесла в войне идеологической огромные потери и одержала в ней победу. Теперь эта страна устами ее президента просто превращается в коммерческое предприятие, которое должно просто повысить капитализацию акций. Нет, они так видят просто эту страну. Они так видят ее проектное будущее. Угу. Они так видят ее проектное будущее. Стать пятой экономикой мира – вот политическая цель. Мы не нужны для этого совершенно, естественно. Для этого достаточно, чтобы крупные компании Мордашова, там, Лисина, там, ну, у Дерипаски отобрали, ну, допустим, там, да, у условного Дерипаски, там, не знаю, там, у Усманова в Лондоне, в Нью-Йорке, в Токио, на крупнейших мировых биржах, их росла капитализация, и потом цена этих совокупных ценных бумаг. Это должен SkyWorld нахрена. Ну, слушайте, в современной экономике это не очень много людей должно делать. Зачем им социальная... Их экономическая модель никак не связана с социальным, допустим, с внутренним рынком, с производством там, внутренних товаров. Это там ритейловские сети... Это часть экономики, которые завозят свои импортные товары. И экспортеры стали нефти, газа, калия. Все. Мы не нужны.
Пятая экономика мира – это, в принципе, как бы игра примерно 500 тысяч человек. Все остальные могут подыхать. Это Максим Шевченко со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Снова с вами Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость Максим Шевченко. И мы так плавно подобрались к пресс-конференции Владимира Владимировича. Поэтому я хочу вот закончить эту мысль. Поэтому чем является Арена России, что она мне напоминает, российская власть и все ее стратегические проекты. Вот представьте себе, что была такая вот огромная какая-то такая страна. Лежала такая куча там, золота, не знаю, металла, там, ну чего-то там, каких-то станков. Потом какой-то Остап Бендер, какие-то жулики, какие-то мошенники при содействии местных ментов там, и криминальных элементов взяли и объяснили всем остальным, которых они считают лохами и терпилами на их языке, что это все наше общее, но это теперь наше, мы этим распорядимся. И побежали с этим в некое мировое казино. Где они это постепенно проигрывают. Сначала они очень много проиграли. Потом им, потому что в этом казино крупье, это обязательно шулер, дал чуть-чуть выигрывать и стабилизировать свой доход. И вот они сидят и думают о том, как они, как, что им еще заложить изнутри наследия Советского Союза. Что вынести из дома, да? Да, наследие Советского Союза, чтобы поддержать свой статус. В этом их суть. И в этом их стратегия. У них нет просто другой стратегии. И присутствие в Венесуэле, и присутствие на Ближнем Востоке, и присутствие в Европе, и унижение, которым они подвергают православную Грузию или православную Украину, только для того, чтобы вести свои газовые трубы, нефтяные трубы. То есть фактически играть в этом казино. Максим, мы для этого не нужны. Вы постоянно думали о том, что нести русский мир, это в общем... Нет, я всегда был противником идеи русского мира, не надо меня к этому привязывать. Я написал зимой 2014 года статью, после которой меня там запретили на всех телеканалах, там украинский предел русской истории. Я поддержал, естественно, восстание Донбасса, но совершенно не по мотивам русского мира, а потому что просто правда была на стороне тех, против кого федеральная власть двигает свои танки и устраивает АТО. Угу. Поэтому хорошо. Я всегда вот за тех, кто восстает против как бы центра. А то, что им на помощь пришла Россия, это не их вина. Они бы и сами могли бы там повоевать достаточно хорошо. Ребята там достаточно боевые. Вы так думаете? Я просто знаю, я их видел в деле. Хорошо. А, кстати, если уж на то пошло, вот периодически появляется информация от разных удивительных людей о том, что туда едут норвежские биатлонисты и даже просто лыжники, какие-то белые колготки из Прибалтики и так далее. Это я не видел никаких норвежских биатлонистов. Я видел, как на стороне ДНР воевали добровольцы из Испании, из Германии, из Греции, из стран Европейского Союза. Это были левые в основном. В основном они воевали в Луганске, в ЛНР. Ну, в общем, видел нескольких граждан Германии, которые туда приехали сами, ну, из русских немцев, и воевали, но с бундеспаспортами. Поэтому все не так однозначно, как вам кажется. Это были люди, это были люди левых взглядов, которых там в 2014 году было немало. Потом Москва их оттуда стала вычищать. Левых, собственно, оттуда Москва убрала из Донецка, и всю эту левую составляющую Москва там прикрыла. Каким образом это делается? Как Москва? Ну, арестовывали, арестовывали, убивали. Вот Дрёмова убили, допустим. То есть убили. Там есть московская власть? Ну, конечно, а что такое? Понятно, да. Хорошо. Тогда я спокойна. Тогда, значит, те негры, которые приехали туда на сафари убивать... Это я не знаю. Про негров я ничего не знаю, не слышал, не видел. Выдумка. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, я все подбираюсь к концепции страны, которую нам представил на пресс-конференции Владимир Путин. Он не совсем... На которую он обещал жениться или на ком он обещал жениться? А вот, кстати, мы не знаем, на ком он обещал жениться. Несколько женщин в России, наверное, вздрогнули от счастья. Да, я думаю, что только одна женщина могла интересоваться. Но так как он все время сказал, что он женат на России, помните? Да, помним. Значит, то, возможно, он хочет просто оформить свой брак с Россией. Может, это обещание монархии? Пожизненного, скажем так, жить и умереть в один день вместе с Россией. Когда вот Россия, тогда и Путин. И наоборот. Ну, на самом... Сказал же Володин, что Россия – это Путин. Да, давно уже сказал. Мы уже с этим сжились. Ну, так все-таки пресс-конференцию каким-то образом отметили для себя? Что-то это значило? Мы-то обсуждали это тоскливое зрелище. Ну, я отметил, я написал пост. Мне кажется, что если бы президент США, уже упоминавшийся, сказал бы, если, предположим, в Африке убили бы трех ненавистных Трампу журналистов из CNN или Huffington Post или New York Times, да, которые, по его словам, занимаются фейк-ньюс. Вот трех американцев
американских граждан в стране, в которой присутствуют американские военные наемники на официальной основе, а советником президента этой страны был бы американский полицейский в статусе государственного советника, получающий зарплату в одной из крупнейших американских компаний, да, частных военных. И вот, допустим, спрашивают американского президента: убили 3 граждан. Что вы делаете для того, чтобы расследовать это убийство и их наказать? Если бы американский президент сказал в ответ: знаете, там, кажется, их убили какие-то группировки, что-то там такое, я точно не помню, не надо забывать и про тех американских журналистов, и про тех журналистов, которые погибли во Вьетнаме при этом, чего вы нам про этих вспоминаете? Ну и потом многие ведь еще были убиты, кроме этих. И вообще по дипломатическим каналам мы там ведем, мы там выясняем, что и как. Я думаю, что он получил бы импичмент в достаточно близкое время. Против него восстала бы не только либеральная пресса, но и республиканские медиа тоже это не потерпели. Жизнь американских граждан священна для американцев, тем более журналистов американских. А российских журналистов можно убить в ЦАР, а потом президент России будет говорить: кажется, там какие-то группировки. В общем, короче, мы там что-то выясняем. Ну, вы... Только не забывай еще про тех, кто был убит на Юго-Востоке, и вот это все. Вот в этом разница отношения. В этом разница, почему Америка это реальная страна, а здесь это все выдумано. Понимаете? Потому что я вас уверяю, что если бы убили 3 журналистов CNN или 3 журалистов Huffington, наверное, МБХ лучше с Huffington там сравнивать, да, все-таки, то туда полетел бы американский спецназ, и они бы там все перелопатили. Но они бы точно нашли. Если это местные, местных, если это какие-нибудь американская мафия, значит, американских мафиози нашли бы. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот для меня какой итог этой конференции, и вся ее суть выразилась в этом ответе. А ответ по поводу частных военных компаний вас удовлетворил? Я не противник частных военных компаний, я считаю, что это нормально. Путин говорит о том, что это охранные... Ну, структуры. Так они имеют такой юридический статус в России. Я, знаете, это то же самое, что знаете, наемники воспеты ксенофонтом в Анабазисе, поэтому я вообще не понимаю. Вот Анабазис ксенофонта посвящен тому, как там 10 тысяч, кто-то говорит, правда, меньше, там наемников из-под Трабзона шествуют вдоль Черного моря, возвращаясь на родину в Грецию. Поэтому есть люди, которые всегда были... В греческой конституции не было сказано, что это незаконно. И в уголовном кодексе это не преследовалось. Короче, ходить в конституцию... Вот сейчас вам Володин предложил поменять конституцию. Мы что, упираться будем в юридические что ли моменты? Вот так, если так вот в принципе, быть наемником не стыдно. Стыдно сжигать деревни, там, убивать местных жителей, убивать журналистов, пытать людей. Это нехорошо, это преступление. А охранять, допустим, там нефтяные какие-то там трубы, в этом нет никакого преступления, понимаете? Или там взаимодействовать с кем-то там в каких-то, там, не знаю, в охране тоже чего-то там еще. Объясните мне, а для чего было в законодательстве вот это упомянуто? Зачем наемничество стало преступлением? Ну, потому что они законы пишут не для того, чтобы вообще установить принцип закона, а применительно к ситуации. Так как они тогда решали ситуацию на Кавказе и в Чечне, то им казалось, что те, кто едут воевать в Чечню, это, мол, наемники. Поэтому они их объявляли вне закона. Плюс к этому поехала толпа молодежи российской воевать на Ближний Восток. Их тоже объявили наемниками. Вот они вне закона. А эти, значит, они не наемники, получается, а охранники. Вот и все. Охранникам, значит, быть можно. Они, значит, там что-то охраняют. Написал. Кстати, хочу сказать об этом списке из 10 фамилий, которые СБУ опубликовала. Да. Это очень важная публикация, но она ничего не доказывает на самом деле. Она дает дополнительную информацию к возможному пониманию. Но там нет как бы прямого следствия, что именно эти люди вот убили наших товарищей. Я думаю, что в десятки групп в разных странах мира ведут свою работу, и результаты будут. Это важная публикация, безусловно. Но то, что там были люди, которые имели отношение к разным спецоперациям, это мы и так, собственно, знаем. То, что опубликовали их фамилии, Киев решает свои проблемы. Угу. Они пытаются нам они помочь найти убийц наших товарищей. Но они в какой-то степени помогают и с решением наших проблем. Ну, я не считаю, что этот список что-либо доказывает. Он только подтверждает, что там есть люди, которые имеют отношение и имели отношение к событиям на юге-востоке Украины, на Донбассе. Угу.
Нет же прямого связи. Вот эти вот, там вот эти люди убили Архана, значит, Джемаля, Александра Расторгуева, Кирилла Радченко. Тут должны быть другие причины следственной связи. Но я лично уверен, и есть масса косвенных свидетельств из разных источников. Я, естественно, у меня нет средств, чтобы расследовать, летать куда-то или платить каким-то частным детективам. Но есть люди, у которых есть такие средства по миру. Есть государства, которые включились в это расследование. Целые государства включились в это расследование, поверьте. Какие? Европейского Союза, в частности. Которые уверены в том, ну, допустим, для Франции это дело чести. Угу. Выяснить, кто их на самом деле убил. Я уверен, что французская военная разведка имеет возможности выяснить это все. Из разных источников есть информация, что какая-то часть убийц говорила на русском языке. Ну, вот и все. Хорошо, интересно. И мы, естественно, будем за этим следить. А кто эти имена? Я думаю, что это будет все опубликовано. То есть, если в России никто пальцем не шевельнет из официальных структур, а это все равно выйдет. Они не шевелят пальцем. Полгода прошло. Три гражданина России, известные журналисты, убитые. А нам в ответ вот это вот говорят на пресс-конференции. Понимаете, кажется, что-то там говорит человек, которому подчиняется ФСБ, служба внешней разведки, ГРУ, Следственный комитет, прокуратура, МВД, еще там, понимаете, 2,5 миллиона вооруженных и оснащенных спецтехникой, имеющих возможности специальные силовиков. Он нам говорит, кажется, что-то там такое. Ну, 76% в марте. Вот голосовали, получайте. Это Максим Шевченко со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. С вами Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость, журналист и политик Максим Шевченко. И сегодня, кстати, о политике. Мы с вами так часто говорили о выборах последних. Сегодня Путин наконец повидался с теми губернаторами, которых выбрали не от Единой России. И даже сказал, что очень рад. Собянин тоже, сам Путин не от Единой России. Вы же понимаете, о чем я. Ничего не понимаю. Они от нее бегут как черт от ладана. Понимаете, Кожемяк, они от Единой России. Они сейчас вообще все от Единой России побегут. Вот выборы будут в 2019 году, когда там в Севастополе, в Петербурге, в Ставрополе. Вот увидите. Все будут идти не от Единой России пытаться. Ну, мы-то знаем, кто они на самом деле. Мы знаем, что Единая Россия может просто растаять, как утренний туман. Как растаял наш дом Россия, как растаял, что там еще было, выбор России. Наш выбор, да, какой-то выбор. Выбор России, как растаяло Отечество и все такое прочее. Поэтому это все, это же партии, это же не партии никакие. Это же просто политтехнологические проекты, которые там должны как-то элиту консолидировать. То есть вы считаете, что этот проект уже заканчивается, уже он никому не нужен? Не, ну он, конечно, нужен тем, кто сделал на него ставку. Там очень много людей, не глупых, умных, серьезных людей связались с этой партией, свою судьбу, вложились в нее, там годы жизни ей посвятили, полагая, что искренне, наверное, когда-то они верили, что она может там быть какой-нибудь христианско-демократической или консервативной. Но по итогу это просто некий такой трамвай, где вход за рубль, выход за десятку, и который вот сейчас вот кондуктор выйдет, водитель трамвая, и скажет там, кондуктор, да, и скажет, все, ребят, приехали, дальше мы не идем, путей нету, что хотите, то и делайте. А наши деньги, ведь я же знаю, как многие в Дагестане платили Абдулатипову за то, чтобы стать депутатами. И весь Дагестан знает, сколько платили, понимаете, миллионы долларов, между прочим. Да вы что? Да. За то, чтобы стать. И вот, ребята, сейчас вот вы все распуститесь. А нахрена вы платили? Вот вы сейчас стали депутатами. Слушайте, ну и за места тоже всякие. Смешно же просто. Во всяких. Вот, поэтому, собственно говоря, поэтому... А, да, извините, не самому, а его брату, который сейчас арестован. Ну, короче, в общем, этот цирк, это просто находится за рамками рационального понимания. Я считаю, что в 2019 году просто перед властью такие проблемы возникают, на которые у нее нет пока ответа. Ни политического, ни рационального. И все эти встречи, там, вы вопреки выиграли. Вы выиграли в сложной борьбе. Да это же вы и устроили сложную борьбу Коновалову, понимаете. Вы унизительно устроили, значит, то, что было. Ну, во Владимире как бы Орлова с таким свистом пролетело, что там как бы даже устроить было ничего невозможно просто. Разве что ее спойлер просто стал губернатором. Человек, который ей всем обязан, и который, по-видимому, будет продолжать ее курс во многом. Как мы теперь понимаем. И там Кожемяк, это же вообще цирк, это ни один человек не верит никогда, что он на самом деле выиграл. Все же понимают, что там приписки, запреты и такое мелкое политтехнологическое давление в стиле такой полицейщины начала какого-нибудь 2004 года, понимаете, что-нибудь такое еще. Поэтому
В 2019 году стратегия у всех только одна – голосовать, не голосовать за кандидата, который маркируется как кандидат власти. Вот будут выборы в Моссобрание, да, в Заксобрание Москвы, вот 45 мест. Вот как только вы идентифицируете того, кто идет от власти, от Собянина, вот голосуйте против узнать, него. Кстати, вы же с ними... Спрашивайте, вы от власти, власть же будет своих тоже маркировать. Ага. Те, кто, как говорится, будет... А вдруг они так подмигивают, типа они... Нет, надо самовыдвиженцев. Вот я считаю, что надо вот 45 мест в Москве, вот 90 самовыдвиженцев. Собирайте подписи, соберем в 20-миллионном городе. Да вообще все эти 45 мест можно взять на самом деле. Может, такие сюрпризы им преподнести. 18-й год показал, что возможно все. Если не бояться, если, как говорил Жириновский, не врать, не бояться, и обеспечить наблюдателей, главное, на избирательных участках. Тут мы очень в Москве надеемся на Алексея Алексеевича, он нам столько рассказывал про то, как он тут у нас обеспечивает честные выборы. Вот и в 2019 году, Алексей Алексеевич Венедиктов, у вас будет момент истины. Но у нас есть на кого еще поориентироваться в Москве, тут есть еще люди, которые этими технологиями... Фильтра нету на выборах в ЗАГС-собрание. Надо будет просто собрать подписи москвичей, это не такое большое количество. Я считаю, что должна просто толпа туда выдвигаться, понимаете? И вот каждый, кто будет маркирован как кандидат от них, а они это такое же совокупное название, вот против него, а за любого, за патриота, коммуниста, монархиста, левого, там, демократа, понимаете, только бы не они. И за либерала? За либерала. Наш лозунг «только бы не они». Вот все, кто с ними не связан, все должны оказаться в ЗАГС собрании. Почему вам кажется, что в следующем году это будет работать? Потому что у власти нет никакой стратегии. Я вижу, потому что пятая экономика... А что, была раньше? Пятая экономика... Ну, раньше, конечно, была, нет. Но раньше они там пытались, там, что-то, понимаете, там... что они там выдумывали? Я не помню уже, там, русский мир... Это в 14-м началось. Придумали это русский мир Ефим Островский, Петр Щедровицкий, Глеб Павловский для нужд партии «Наш дом Израиль», кстати. Этот русский мир начался с выборов, когда они в Израиле формировали такую прорусскую партию. Тогда была написана эта записка докладная в конце 90-х, начале 2000-х. А потом, значит, вот русский мир в 14-м году возник. А до него что было? До него было там социальное государство, свобода лучше не свободы. Вот Медведев там про говорил. ВВП, я помню, про удвоение. Нет. Это все экономически. Свобода лучше не свобода. Это, по крайней мере, какая-то политическая задача, понимаете? А сейчас что? Стать великой страной там? Нет. А нет, у них есть задумка такая, что Россия... Это некие технологии через на сайтах Russia Today прописывают. Я там вижу, такие пробросы идут. Носитель консервативных ценностей. Понимаете? Вот нам, сам, кстати, носитель консервативных ценностей, который противостоит всякой левизне, значит, там, всякой либеральщине, всяким, значит, там нетрадиционным ценностям в мире. Нетрадиционно, да посмотрите на себя, понимаете? Почитайте там. И телеграм-канал «Футляр от виолончели». Какие у вас там в вашей власти традиционные и нетрадиционные ценности. Все же описывают. Люди-то все видят, все знают. Еще про итоги года. Вот давайте. В целом, сначала там были какие-то социологические исследования по поводу ностальгии. По традиционные ценности. Вот интересно, когда Новый год перед Рождеством, это традиционная ценность? Это когда это было принято? Везде в христианском мире Рождество, а потом идет календарный как бы праздник. Ну, потому что от Рождества а Христова. А здесь только, как говорится, у нас сначала вы Новый год, а потом Рождество. Вы сейчас уже и старостильников начинаете сюда же приписывать. Ладно. Нет, я никого не приписываю, просто я считаю, что Рождество должно быть перед Новым годом. Хорошо. ВЦИОМ говорит нам, что армия, РПЦ и силовики пользуются наибольшей поддержкой россиян. Поддержку и одобрение армии высказывают 86%, РПЦ 68,8%, правоохранительным органам 57%, далее следует СМИ 54,4%, общественная палата 42,6%, судебная система 37,6%, а дальше уже политические партии, профсоюзы, спроси, давайте выйдем оппозиция. На улицу, на Новый Арбат, вот так пройдемся и спросим у 100 человек. Вы, конечно, слышали про общественную палату? Вот сколько из 100 человек на Новом Арбате вам скажут, что мы слышали про общественную палату? Это первый вопрос. Второй, знаете ли вы, чем занимается? Вот назовите 3 членов общественной палаты. Поэтому как относиться к этому? Может, они общественную палату опрашивали? Может, они опрашивали, ВЦИОМ опрашивал, армия. Валера опрашивал. Армию-то точно узнали 86%. Армию. Там вот, пушки, там танки ездят. Там ракеты армады всякие да, и да. все такое показывают. Скажите, армия, как вам кажется, не становится самыми главными силовиками? Нет, конечно. Это просто так смешно. Нет.
Это очень слабая, на самом деле, армия. Бюджет очень маленький относительно НАТО. Слушайте, вот они строят храм, они все время создают... Ну, храмы они строят, а корабли, допустим, строят мало. Храмы строят, а там комплексы новые вводить не могут. Вводят советские технику, по большому счету, да ладно, вот эти на вооружение. Мегаракеты, про которые... Это советский авангард, это советский проект. Советский проект 80-х годов авангард. Ну, какой есть. Ну, какой есть, они поэтому что там, они... Они его испытывают. Понимаете, вот так реально совокупная мощь европейского НАТО превосходит мощь всей российской армии там в десятки раз. Если бы не ядерные ракеты, то вообще, как говорится, это просто было бы смешно. То есть вы считаете, что Шойгу не важная политическая фигура и его... Это окружение? Разные вопросы. Безусловно, министр обороны важная политическая фигура, хотя я не понимаю, почему он должен быть политической фигурой, когда по Конституции армия... армия не должна вмешиваться в политику. Мне непонятно. Просто некоторые наблюдатели отмечают, что армия как-то уже очень сильно видна в политике. Он важная политическая фигура, но вы спрашивали про влияние армии. Да. Нет, никак она не влиятельна абсолютно. Вы считаете? А кто из силовиков главная опора режима? Сейчас так спрошу. Политическая опора – это ФСБ, безусловно. А опора личной группировки во власти – это ФСО. А опора, ну, скажем так, всей этой системы – это МВД. А Росгвардия где? Ну, это, считайте, к ФСО относится, потому что золото к ФСО относится. Это как бы силовое приложение к личной гвардии группы людей, которые контролируют страну. Ладно, тогда скажите, а кто будет подавлять народные... Ну, не ФСО, вот не как подразделение ФСО, просто функции, пример, те же самые. Это как бы исполняют личные поручения тех, кто имеет доступ, вот как говорится, к этому, к столику узкому, угу, в котором они там сидят. Угу. Ну, хорошо, а кто будет подавлять народные волнения, когда они возникнут, если они возникнут? На кого? Ну, милиция разбежится, естественно. Так. Потому что милиция-то живет на территории, привязанной к территории. Ну, подавлять Росгвардию будет, конечно. Угу. То есть, в этом смысле они... Если будут. Я так не уверен, что они будут подавлять, потому что они... Ну, и там какие-то установки лазерные купили. А делают это студенты. Вы же не студенческие, имеете в виду беспорядки какие-нибудь. Вы имеете в виду народные волнения, когда бабушки выйдут на улицы, их матери, их тетеньки. Понимаете-то. Но они будут действовать, как они все время действовали. Когда вот было волнение во Владивостоке, значит, торговцы праворульными автомобилями, помните, там было? Mm-hmm. Они на местный ОМОН положиться не могли, потому что он явно перешел бы на сторону этих митингующих. Они тогда из Москвы во Владик перебрасывали людей. Очевидно, они также будут и делать и с Росгвардией. В том же городе, где будут волнения там пенсионеров какие-нибудь или еще, и где росгвардейцы могут сказать, да мы не хотим там бить наших там, не знаю, тетушек, которых мы знаем с детства. Угу. Они туда будут из других городов перебрасывать. Ну, возможно, так. С Северного Кавказа? С Кавказа? Не, не надо демонизировать Северный Кавказ. Ну, люди боятся. Я вас уверяю, чеченцы совершенно не горят желанием, если вы их имеете в виду, подавлять какие-то волнения где-то. Это абсолютная мистификация, на самом деле. И потом нет никакой в этом нет ни малейшей нужды. Ни малейшей нужды. Вот уже ингушские события, крайне важные для уходящего года, угу, показали нам, что местными силами можно решить все проблемы для локализации. А как раз вот переброска, допустим, если туда перебросили бы в Ингушетию из других регионов силовиков, это привело бы к непредсказуемым последствиям, очень трагическим. Поэтому спасибо Евкурову за то, что не допустил этого сделать. Вообще, мне многое стало ясно с ингушскими событиями. Их, конечно, главная цель – это убрать Евкурова. А попутно они унизили ингушский народ за его спиной, заключив соглашение, которое могли бы с ним и обсудить. Там есть такие два момента. У вас есть одно буквально слово, которым вы характеризуете уходящий год? Ну, самое это главное. Трагедия, это чудовищно трагический год, в котором убили одного из самых лучших людей, которого я знал в своей жизни, Архана Джамали. Для меня все это затмило все остальное, смерть Архана. Этот 30 июня, когда мне позвонили и сказала, Надя позвонила Киворкову, сказала, ты знаешь, Архана, кажется, убили. Понимаете, вот мой сын сидел в машине, сказал, пап, что-то у друга убили, Бармалей в Африке убил, вот это я на всю жизнь запомнил. Бармалей убил, да, этого Бармалея мы найдем. Это Максим Шевченко, меня зовут Ольга Журавлева, всем спасибо, всего доброго.